Мы же ремонтировали там что-то. Ну я фонарик держал, ты там в воде. Там уже супер. Грубо. Ты если зайдешь в такой подъезд, ты офигеешь. Каждый к себе через вот лестницу пластиковый трубой. А что, не было нормальной трубы полноценной у всех? Ну, каждый себе в дом тянет свою отдельно, с подвала вверх. А в подвале сидит у каждого свой насос. Вот на этом перекрестке кто главный был, что-то не заметил. А каком? Здесь твоя главная дорога вот тут. Ну я по ситуации объясню. Потому что они все знают. Вот мы сюда заходили. В этом здании. А там, кстати, он новый, не знаю, недавно. Ну такой цивильный, я-то подумал, блин, какой-то он такой нормальный. Шоу-руму вот здесь взяли.